Взял мужскую лопату, отобрал. Вот как это со стороны выглядит? Со стороны? Позиция моя. Со стороны интересно. Ну, не прошло и года, как мы начали делать ванну. Замечательно. Никогда не поздно делать ванну. Ванную комнату. Отделывать. Темно. Здесь нет лампочки. Темно. Отделываем. Ой, папа батарею нам сломал тут. Разломал все. Все разломал здесь. Отделываем панелями. Это панельки. Я думаю, если не скажешь, да, можно и подумать, что это какая-то плитка. А, в общем, заезжал муж в Леруа, сфотографировал, привез, показывал мне. Вообще не было выбора. Вообще. То есть были панельки только вот такие. Кстати, есть еще один цветочек на другой стенке. Он будет другой цветочек. А, тут можно группировать как хочешь. Хочешь купить панельки с этими цветочками, ну, мне кажется, это будет ни к чему. И маленькая ванна, ну, хоть такая, то хорошо. Чего говорил-то про панельки? А, он сфотографировал, и было только два варианта. Только вот такой, и еще цветы там, фиолетовые всякие, огромные, сиреневые. Я им сказала, только не цветы вот эти. Не хочу. Он поехал, купил вот эти панельки на нашу маленькую ванну. Ну, я не знаю, какой здесь размер. На 7000 получилось панелек. А потом, кстати, он заезжал в какой-то другой магазин, я забыла, как название. Он говорит, такой большой там выбор. Вообще, ну, уже купили. Ну, купили, кстати, мне это и нравится. И будет у нас, конечно, очень грязно здесь. Очень. Но как-то оно... Такая плиточка, потом такой пол. В принципе, как-то оно и... И ничего, да, и подходит. Плитку-то на полу мы еще сделали в том году. Осенью, летом, не знаю, когда он сделал. Сейчас он на работе, потом придет, будет доделывать. Вот такие панельки. И поставим сюда ванну. Ну, а почему ванну, спрашивают у меня знакомые, да? Ванну, а не кабинку. Так, если по идее, лучше, конечно, кабинку, да, и место сэкономим. Ну, вот просто ванну, потому что она у нас уже есть. Вот и все, весь ответ. Если... Чтобы не покупать кабинку. Если бы была кабинка, мы бы поставили уже кабинку. В ванну сюда и стиральную машинку нужно будет поставить. И стиральную машинку нужно купить новую. У нас есть, но она маленькая, мне нужна на 7-8 килограмм. В общем, ладно, это уже следующее. А то панели у нас валяются. Сейчас покажу. Уже недели две они посредине... Ой, ой, ку-ку. А кто-то там, вон в камере кто-то там, ножки чьи-то торчат. Ничьи. Посреди зала они валяются. Нам же в первую очередь нужно было сделать теплицу, нужно было сделать помещение для животных, как всем нормальным людям, да, деревенским. А для себя это уже потом, вообще, когда мы будем кухню делать, я не знаю. Ну ладно, мы и сильно не переживаем, слава богу, есть... Где жить, слава богу, есть крыша над головой, все хорошо, слава богу. Сейчас, может быть, отыщу картинку. Вот, нашла, кстати, картинку, думаю, муж уже выкинул за ненадобностью. Вот как выглядит. Ну, конечно, это огромная ванна, у нас она где-то вот таких вот размеров. Вот эта левая часть. У нас она такая вот, в три раза, ровно в три раза. Туда поместится только наша маленькая ванна. Маленькая ванна, наша ванна будет в большом доме. Вот, видите, можно... Так, а где цветочек? Вот он один цветочек, и вот здесь еще второй есть цветочек. Я не знаю, где он. Его отковыривать я не буду. То есть можно как угодно. Панельки, понимаете, вы... Ну, Руфалек. Вы берете панельки, какие вам нужны. Хотите одних цветочков, берете цветочков. Хотите хоть полстенки вот такой сделаете плиточкой. Хотите... Вот идет посерединке просто беленькая панелька. Белая с черными по краям. А, вот они. Вот они. Хотите такие. В общем, компонуйте как вам угодно. Мне, кстати, нравится этот вариант. Да, даже несмотря на то, что он нашел другой магазин. А мы, кстати, ездили еще в том году. Хотели купить фартук для кухни. Почему так и не сделали?
И вообще, ну, было, опять же, там 2-3 варианта, ну, может, 4. И все вот эти фиолетовые цветы какие-то там, гладиолусы какие-то там еще. Ну, не хочу я их. И так и не стали покупать. Да, а вот он нашел другой магазин, нужно будет потом. Но сначала мне нужно купить машинку стиральную, это в первую очередь. Как бы мы не можем купить все сразу. У нас не такой финансовый достаток. Достаток, недостаток. За все, слава богу, и за достаток, и за недостаток. У нас все, ладно, мне нужно идти бежать. Опять с козами, как всегда. Ты ко мне пришел, всегда иди сюда, ребенок. Болтается. Чего ты стоишь? Красавчик мой. Красавчик мой, Алтаец, иди сюда. Давай голову покажем, Алтай. Рожки. Видите, одна эта штуковинка отвалилась. Как бы все хорошо. Я, конечно, думала, что здесь изуродована. Но она отвалилась. Как и положено, ранка. Да? Алтаец. Че нюхаешь? Давай ешь. Травку ест он еще, конечно, мало. Ребенку месяц, второй месяц у него... Не будет он много ее есть. Но уже он с нами со всеми гуляет, пасется. Ест. Конечно, он ее тоже ест, травку, да, Алтаец? Ну, здесь такое место, вон, что-то козы остановились, у них-то хорошее, а здесь он хвощ один. Кстати, мои козы очень любят хвост. Я посмотрю где-нибудь там в соцсети, пишут, ой, козы наелись хвоща. Боже мой, что-то никогда не задумывалась, как сказать-то. Хвоща неправильно сказать. Ну ладно. В общем, съели этот хвощ, отравились, и у кого жуткий понос, кто умер. Да, я не знаю, мои козы очень любят хвощ, очень, и едят его в больших количествах. И всегда это уже, ну, немного другие козы в городе мы жили, но это понятно, это было сколько лет назад, были другие козы, как бы их родители, и все любили хвощ. И мы ходили именно специально в те места, он не везде растет. Он там рос у нас полянками, так же, как и здесь. Вот здесь его много, там отойти, вон кроссовчик мой ест. Отойти подальше куда-то, там уже его нету. И мы ходили на специальные полянки, чтобы поесть. Ну, ребята, чего там застряли-то, пойдемте уже. Чтобы поесть хвощ. И мои очень даже его любят. Пойдем. Алтаец. Вот мой крысятун. Алташ. Ну, конечно, молока напился ты, да? Больше всех пьешь. Только на эту горку, все, Тунис поехал. Опа. Остальные там еще не подтянулись. Где они там? Давайте. Где остальные? Давайте. И то не все, мне кажется, козлята. Все нет. Звездульки нет. Звездулька ушла. Мои красавчики, звездуль. Хотела поругать тебя. Думала, ты пожрать пошла куда-то. По кустам там. Как видят кусты, деревья, все, не остановишь. Они прям летят туда, бегут. Они же не спрашивают, а можно ли поесть эти деревья или нет. Они просто туда бегут. По-моему, ты опять меня все облизываешь, отошла. Иди ешь уже. Не видно, ну не видно. Никак я не сниму, чтобы было видно. Вот ходит на том берегу. И вот не знаю, кто это. То ли аисты, то ли цапли. Кто здесь живет? Я не знаю. Опять вон увидела, вон стоит. Рыбку ходит, ловит. Цапли, наверное, да? Возле воды-то все время. Вон идет. Вон он. У меня еще козы облизывают, камера трясется. Ти уже тапок съешь. Вон. Ой, кто это за ним кричит тут? Вон он. Во, какие у нас в мире животные. Я как-то маме звонила, стояла. А здесь кукушка начала куковать. Да громко так она. Ой, у вас там кукушки. Я говорю, у нас тут кукушки. Я не знаю, какие-то ястребы, кто еще тут. Цапли, аисты. Бобры. Тут в мире животных такое.
Сейчас скоро уже домой пойдем. Спрятались, очень жарко стали. Будем двигаться к дому. Смотрите, спряталась под деревом, под жары. Зато под деревом стоит. Дерево они уже давно съели. Это она типа там спряталась. Джет, молодец, ничего не жарко. Все уже обгадали. Какие были кустики. Все. С утра чет папа с самого в 7 часов начал у нас тут. Перед работой. Уже кусочками скашиваем. Вон дорожка видно в теплице. Там с краю. Здесь. Все, Тунис, приплыл. Пузень свою разложил тут. Видите, до сарая мы доходим нормально. Идем. И потом мы пошли на ускорение. Все, побежали. Ускоряемся. Давай, звезды. Давай. Вон. Алтайц, ну-ка домой. Пойдем. Домой, домой, домой. Козел. Заходим, звезду. Звездулю. Милана ходила в туалет туда. Вчера купалась, одела мою ночнушку, когда купалась. И заснула в ней. И пошла в туалет. Ну, пошла в туалет, потому что у нас с утра все занято здесь, в нашем туалете. Ну и вот наша почти готовая ванна. Не стала я ждать, пока мы все прямо вот здесь сделаем. Пока вот так вот поставили ванну. Ванна очень маленькая. Вот такой вид. А, это, наверное, я показывала в самом начале. Чуть пораньше. Все выстроились в очередь. Сделали торжественное открытие нашей ванны. Всем нужно было сразу искупаться. Опа, только что увидела. Это значит недавно сломалось. А душ? Смотри, вот эта вот штучка. Ты вчера купалась, он нормальный был? Нет. Нет, уже сломан был? Да, там делаем, я назад ее вкрутила. А, назад вкрутила, она вкручивается? Да. Даже не видела я этого. Еще одна тема. Какие не покупай смесители нам. У нас народу много, у нас постоянно открывается и закрывается. Пробовали и германские покупать и за 5000, и за 6000. И пробовали дешевые покупать там за 1500. В общем, ломаются все. У нас постоянно, периодически мы их меняем. Ну, конечно, не каждый месяц, не два. Но меняем мы смесители часто. Это понятно, что народу много. И открывается, если кто-то откроет там 10, ну, 50 раз в день свой кран. Мы, не знаю, 1050 раз его откроем. Смесители мы меняем постоянно. В общем, у нас есть куда уходить деньгам. Почему? Я говорила, почему поставили ванну, а не кабинку. Ну, потому что ванна уже была у нас. Поэтому ее просто... И она у нас год зиму пролежала, конечно же, перевернутая на улице. И вот она... Поцарапали мы ее, не видели. Один цветочек. А, я тогда показывала, был один цветочек. Вот. Угол. Вот у нас... А как же мне в ванну, если только залезть? Ванна настолько узкая. Вот другая стенка противоположная. Вот он, второй цветочек. И, представляете, у нас не хватило одной панельки. Вот сюда. Вот сейчас папа сегодня поехал в Тулу, сейчас заедет в Леруа. В общем, получилось так. И купит
сюда панельку, он купит вот такую клеточную. То есть панельки можно покупать даже по штучкам. Они там, естественно, не в наборе, но понятно, что ванны у всех разных размеров. Ну, естественно, нам остался потолок. Вот она у нас такая с утра. Это меня папа позвал тогда, когда нашла из туалета. Говорит, посмотри, она как в сказке Алиса идет там по росе, по туману. Вот она опять у нас купалась в маминой ночнушке. Вот некоторые, что ночнушка большая. Она небольшая, она просто мамина. Вот такая. Она нормальная, но она просто не для некоторых. Ну все, милашка у нас с добрым утром. А сейчас не выходные, будни срединедельные. Так вот, думаю, ну чего будем есть? А пошли, взяли еще два петушка. У нас же по выходным шашлыки, сейчас не выходные как-то. Чего нарушать распорядок? Два петушка, думаю, нам хотя бы вот такой противенечек. Противень такой маленький. 8 кусочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, нам хотя бы каждому по одному, но у нас 7, 6. Старший ребенок у бабушки. В общем, сегодня просто нам поужинать. А, не снимала, что-то было некогда. Пришла с козами, жарко очень. А, делалось в фольге, хоть они и молодые, еще петушки мягкие. Сочненькие такие, делала в фольге, мариновала своим, наконец-то сделала свой майонез из перепелиных яиц, мариновала в этом майонезе, я всегда так делаю, очень вкусно пахнет. Все, я открыла фольгу, убрала, теперь я поставлю это в духовку, это вот он такого оттенка, да, видно, такой желтый-зеленоватый, потому что майонез, чеснок, лимон, лук зеленый был, в общем, всего мы этого очень много любим, и поэтому я этого много всего кладу, когда делаю майонез, поэтому он действительно еще и освещение плохое, и действительно такой оттенок, он какой-то такой желтоватый-зеленоватый. Все, я ставлю сейчас в духовку, чтобы подрумянилась курочка вся эта, петухи, чтобы подрумянились. А я бегу доить коз пока. Подаю, приду и нужно уже есть. Время 8 часов вечера, а мы еще не ели. Мы еще и не приготовили. Вот такие петушки у нас получились. Конечно, можно было поменьше пожарить. Я пока коз доила, и коз подоила, и сразу не стала возвращаться. И козлят покормила сразу. Ну ничего, красивенькие. Самое главное, вкусные. И картошку отварила. Такую целиковую, на крупные части разреза. Что мне так защипала рука? Как будто меня кто-то укусил. Ай. На крупные части такие не толкла, а просто маслом поливаем и с лучком. И с салатиком сейчас. Все, а то уже время 9 часов. Угу. Сейчас мы наконец-то соберемся. А у нас кто еще на работе, а кто еще огород поливает? У нас какой ужин? Это Рафаэльке. Одну картошинку и ту пополам сделала. Потому что картошку он не хочет, да? Я не ем ее. Нет, нужно. Немножечко, я же тебе не положила всю тарелку. Это мне тарелочка поменьше. Это маленькая тарелка, она кажется большая, конечно, в камеру. Это ребенку. Так, майонезик. И видно. А это другому ребенку, без всякого салата. Он сел есть. Авраш, иди есть. Все, я уже. Все, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Милане оставить человек, говорит. Конечно, сладкий мой. Милане еще нужно взять. Да, а мы оставим ножку Милане обязательно. И с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания.